А знаете ли вы, что такое живая библиотека? Как гласит история, этот международный проект появился в 2000 году в Дании, где в библиотеках каждый мог взять человека вместо книги, чтобы тот в течение 30 минут рассказал свою историю жизни. В роли живых книг здесь выступают люди различных религий, национальностей, профессий и социальных слоев. Каждый из них имеет свой ярлык, который ему приходится нести по жизни. Наркозависимый, бездомный, безработный, беженец, неудачливый. В живых библиотеках также есть свои каталоги, в которых указывается не только имя и титул книги, но и краткая автобиография рассказчиков, а также самые острые вопросы, которые им можно задать, чтобы глубже погрузиться в тему. Поэтому читатель может выбрать, чью историю он хочет узнать и какие вопросы задавать, чтобы уйти с нужными ему ответами. Чтение живых книг – это прежде всего живые истории, веселые и увлекательные, трагические и печальные. Это не монолог, а диалог двух людей, один из которых не может представить себя на месте собеседника, но хочет получить непредвзятое представление о нем. Такой проект действует более чем в 50 странах мира, от Америки до Туниса, от Англии до Испании. И его цель – борьба со стереотипами и предрассудками. Делись этим видео со своими друзьями! Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний.